Я школьница, учусь в 11 классе. Сейчас мы находимся в Дальском университете, и нам покажут технические специальности. В Институте дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения на базе Центра довузовской подготовки и профориентационной работы проходят встречи школьников, в основном это 11-классники, с нашими преподавателями технических специальностей. Все это проходит в рамках популяризации инженерных специальностей у молодежи. В рамках таких встреч школьникам рассказывают об оборудовании, которое есть в нашем университете и которое используется для каких-либо промышленных нужд. Вот, мы им рассказали по поводу своей кафедры художественного промышленного литья, мы им показали работы, но уже непосредственно в металле, в бронзе. Показали, что есть, можно и отполировать работы, чтобы они блестящие, а можно взять очернение металла, установить на разные подставки и так далее и подобное. Ребятам понравилось, вот, некоторые даже из них заинтересовались, мы им объяснили, что наши двери всегда открыты, и они в любой момент могут прийти, мы им, так сказать, поможем, расскажем. Здесь в лаборатории прототипирования машиностроительных объектов, где мы, в принципе, ознакомили с понятием технологии машиностроения, с различными устройствами, управляющими программами, то есть заронили какое-то информационное зерно в мозги будущих абитуриентов, которое позволит подумать, как, куда идти, что интересно в этих профессиях, связанных с металлообработкой, с производством машин и механизмов. Нам показали различные фигуры, как они создаются. Мне понравилось очень, особенно процесс создания. А дальше мы пришли на гравировку, где нам рассказали про станки, про 3D-принтер. Сейчас там печатается предмет, который мы выбрали. И также нам сделают гравировку на досочках, которые мы захотим. Конечно, я поняла то, что это очень тяжелая работа. Это нелегко дается и не с первого раза. Мне показалось это очень интересным. Вот. И сегодняшняя экскурсия для меня открыла что-то новое. Такие встречи проводятся на регулярной основе для того, чтобы рассказать школьникам Луганска и всей нашей республики о том, какие специальности есть в Дальском университете. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях.